Итак, ребята, четверг, послезавтра открытие охоты. Выехал я на нашем мотобуксировщике Рыбак Старт. Проехал на разведке, ёпта, снега по колено. Вот такая красота. Вон там одно поле скошенное, но не перепаханное. Дальше поле перепаханное. Тут за посадкой еще одно поле большое, кукурузное, перепаханное. Там за посадкой еще два поля кукурузных, перепаханных. Ни души. Все белым-бело. Едем дальше. Едем дальше, ищем. Милое дело, буксировщик есть. Так на машине не проедешь никуда. Вот на нем пока пробился. Взял с собой бензин еще. Так, ребят, выехал на разведку на гуся. Послезавтра у нас открытие охоты. Север Саратовской области. Я нахожусь сейчас у нас здесь границу общедоступных угодий Балашовского района, Самойловского района. Ну, что могу сказать? Можно зайца тропить. То есть все, я проехал на буксировщике очень много. И везде вот такая картина, как за мной, да, везде. И здесь я проехал. Ну, вообще ничего, ни души, пока тишина. Надо ехать ближе к Волгоградской области границы. Ребят тоже поехали, сейчас отзвонятся, скажут, что они там нашли. А так бьем по всем фронтам. Очень хочется что-то найти, пока ничего не получается.